Так, мой отчет по грибам. Набрала всяких разных. Тут и лисички. Такие вот. И боровички. Сейчас покажу. Это вот боровичок. На сушку как раз его. Он пойдет. Ну, этих две штучки всего или три. Это вот боровички вот такие красивые. Ой-ой-ой-ой. Вкусненькие. Сейчас буду их обрабатывать. Где-то бегает кот. Вот такие вот красавчики. Чудесные грибочки. И сейчас еще покажу. О! Вот такая кучища грибков. Я уже на даче. Ну, в общем, вот. Вот это вот маховики называются. Я когда приезжала к бабушке, они же у меня родители из Ивановской области, я уже говорила. Мы вот ходили, вот такие вот грибочки собирали, не синеют. Ой, извиняюсь. И там их в Ивановской области называют зайчики. Так, это беленький. Зайчики. Ну, вообще, это маховики. Они не уступают по своим качествам белым грибам, вот боровикам. Говорят, даже еще лучше. Ну, в общем, все вкусно. Да, еще себе мимозы нарвала. Вот такая вот мимозочка красивая. Поставлю сейчас, пахнет вкусно.